Важная транспортная артерия города. Сегодня после реконструкции у Гомеля открылась улица Шаученки. Урочистости промерковали до Дня независимости Беларуси. Про новые магчимости для автомобилистов расскажет Ганна Каральчук. За всю историю своего існавання, а это больше за 150 годов, эта улица не была такой комфортной. До Великой Отечественной войны она носила имя Папанина, и тут находился будинок клуба чыгуначников. В 1957 году улицу переименовали, и с тех часов она носит назву по прозвищу украинского письменника Тараса Шевченки. Штогодовый рост колькости автомобиля у городе потребовал активного включения улицы у схему транспортного руху. Решение об реконструкции улицы приняли в 2019 году, а у этом приступили до реализации проекта. На выполнение работ с городского и областного бюджета вылучили 4 миллиона рублей. Это еще один шаг в той программе реконструкции наших сети, транспортной сети города, которые последние годы осуществляются. Можно вспомнить и Барыкина, Интернациональную, Кирова, Федюдинского улицу, ряд других улиц. То есть это последовательная программа ее осуществления. Потому что, ну, хотим мы того, не хотим, но транспорт каждый год очень значительно прирастает в нашем городе. И мы должны принимать меры, чтобы эти вызовы, ну, как-то достойно приняты. Урочистое открытие улицы Шевченки примерковали до Дня независимости Беларуси. У им примало удел керавництва в области и города, а так само те, кто был задействован в будовництве. Работы были выполнены за 5 месяцев. Что день на объекте находилось около 100 человек, которые працавали весь светловый день, включая выходные. За профессионализм и уклад у реконструкцию инженеры и рабочие отримали гоноровые грамоты от Гомельского горвыканкама. Открытие улицы Шевченки изменит логистику у городе. Съезд с Полесского моста дозволит разгрузить центр Гомеля, бо поток машин с вокзалу теперь сможет обминуть улицу Советскую и проспект Перемоги и напрямую накироваться у Советский або Сельмашевский районы. Протяглость реконструированного участка складая каля километра, а дорогу от улицы Курчатова до Докутович поширили с 2 до 4 полос, что повеличило пропускную здольность улицы. На этом небольшом участке меньше километра улица по длине, 26 километров кабелей было предложено различных назначений. Конечно, была устроена ливневая канализация, обеспечен водоотвод, устроено новое освещение, то есть обеспечены все требования по безопасности дорожного движения. В наступном годе городские улады планируют провести реконструкцию магистрали от улицы Крупской до Советской, что свяжет Сельмашевский центральный район Гомеля. Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».